зовут Лев. Андрей? Привет. Как Даня? Я Аня, она Оля. Меня зовут Алиса. Лиза. Соня. Саша. Арсений. Пётр. Мне 7. 7 лет. 11 лет. А мне 4,5. 4. 4. 9 лет. Мне 7 лет. Здесь на работе. Только в самом уголке левом. В детарте. Я уже был тут один раз. Честно говоря, он давно поступил на эту работу. И я не помню, где эта дверь. Похоже, там. Особенно не рассказывал, но там что-то программирует. Он отвечает на вопросы в компьютере. Программирует всяких роботов. Но у него еще одна нехорошая привычка есть. Да не приходится убирать, он там ночью грызет что-то. Вообще, вот и ты ешь. Да. Маме пальчик косметику у нас девочки, а не девочки. А папе это не компьютер. Новый компьютер. Он любит его. Конфетки! Наверное, флешку. Наушники новые. Не подарил, потому что он сам написал письмо. И не хотел, чтобы ему дарили. Тестировщики? Я не слышала вообще такого слова. Тестируют. Они там строят. Да, Мити. Это называется проверка теста. Занимаются системы, наши системные... Солнечной системы. Я блядь. Ну, чтобы стать профессией, нужно сначала идти в школу, все там научиться, а потом в институт московский. И все это там тоже учить. И потом выбирай себе права еще в институте. Экзамен сдают, а потом выбирай себе профессию. Долг платить за школу, но школа сейчас на левом берегу. Школа, которая просто не дает знаний, а требует каждым месяцем на 500 рублей больше. Вот как ходит здесь логика, я не понимаю. Ну, я вообще-то не в лесу ходила, девочка, рассказывала, а другое. Отрывок от стихотворения «Морозовая вода». Декабре, сиденье в серебре. С усальным золотом горят в лесах рождественские елки. Белая береза под моим окном. Утром кот принес на лапках первый снег. Здравствуй, елка. Мы так рады, что ты снова к нам пришел. Теперь я буду каждый день усердно есть мороженое. Желаю вам счастья, чтобы у нас весь этот год пробыл хорошо. Чтобы вы все получили iPhone 30. Счастья! Счастья! Всего хорошего и хорошей работы. И очень много приключений. Мама и папа, я вас очень люблю. Счастливого нового года! Счастливого нового года! Ой, я! Шоу-да-да-да-да! Пока! Ну, выучите мне в интернет, там, на скайпе, там, может, найти, да.